Дорогие братья и сестры, хочу пригласить вас на онлайн-обучение в библейскую школу «Движение Новое Поколение», которое пройдет с 1 февраля по 26 марта. Все, кто служит или готовится к серьезному служению, предлагаю вам на 2 месяца погрузиться в откровение и Слово Божьего, которые преобразят вашу жизнь и подготовят вас для служения Господу. Это учение я преподавал в течение 25 лет, и мы увидели тысячи преображенных жизней, исцеленных болезней, разрушенных проклятий и, конечно же, раскрывшихся талантов. Эта школа не будет исключением. Каждое утро после помазанного прославления и молитвы я буду в течение 2,5 часов давать вам слово из Писания, которое изменило не только мою жизнь, но и жизнь множества людей. И я верю, может изменить и вашу жизнь. Вместе со мной в прямом эфире будут учить всемирно известные помазанные служители. Вы услышите учение от евангелиста Бенни Хина, который через близкие отношения со Святым Духом привел миллионы к исцелению. От пастора Кейси Трита, чье учение о видении сделало многих людей процветающими. От апостола Абрахама Сингха, который, проповедуя в мусульманских и индуистских районах Индии, открыл 4000 церквей. От пастора Лихуна, преемника доктора Йон Гичо и пастора самой большой церкви в мире. От пастора Вильфреда Хесуса, который через свою твердую христианскую позицию попал в сотню самых влиятельных лидеров Америки. От апостола Эдвина Альвареса, который через пророческое служение привел многих людей к благословенной жизни. От пастора Боба Ларсена, который провел 1 000 000 сеансов экзорцизма. От апостола Анселма Мадабука, который способен разрушать колдовство и проклятие. От епископа Дага Милса, который через свой дар евангелиста привел ко спасению 10 миллионов человек в Африке и открыл 4000 церквей. От Карла Густава Северина, который стал первым евангелистом на постсоветском пространстве. От апостола Алексея Ледяева, чьи проповеди и песни буквально взорвали христианский русскоязычный мир. От пастора Кент Матокса, который своим служением дал возможность множеству людей пережить любовь Божью. От моего друга, епископа Ишмаэля Сэма, который имеет большое пасторское сердце. И, наконец, от представителя еврейского народа, раввина Бориса Гриценко, который познал Иисуса, проповедовал его сотням тысяч иудеев. Подключайтесь, пусть Слово Божье растет, а количество учеников Иисуса Христа умножается. Всю подробную информацию можно узнать на сайте по телефону, который вы видите на экране.